Итак, всем привет. С вами Брикман. И продолжаем, я надеюсь, заканчиваем веселую полетную симуляцию. Увеселительную. О, клево, вы видите мою мышку. Непонятно почему, правда. Раньше вроде не видели никогда. Привет, Зеро Камикадзе, привет, Некасан. Привет, Бон Розес. Привет, Никита Андрюшкевич. Привет, Ресет. Привет, Сардоник, Сардоникс Профитс. Привет, Старик Броневик. Привет, Меценат. Привет, Джейсон. Привет, Максимум. Привет, Ларик Суперстар. Привет, Зетпер. Привет, Литл Мак. Привет, Дэд Спанк. Бон Розес, это не мышка огромная, это экран маленький у меня. Привет, Волк 555. Привет, Вячеслав Кочка. Привет, Рой. Все, поехали. Точнее, полетели. Короче, игра меня задолбала, надо ее пройти, поэтому пора. Привет, Черепаха в космосе, привет, Лойсон, привет, Пукис Мукис, привет от Хелл, привет, Евгений Джонни, привет, просто Ло. За какой размер надо ты сбреешь брови? Ни за какой. Привет, кот Луис занят. Брови я не сбрею никогда, я это... Это мои брови, я ими горжусь, понятно вам? Обзывайте сколько хотите. Да, до этого просто летали, проходить не нужно. Обзывайте как хотите. Я горжусь собой. Обзывайте моноброви, если хотите. Меня это не обижает, понятно? Но забанить я вас все равно могу. И Волк 555 первый пойдет. Я в чат так засмотрелся, пока ракета так плавно летела в меня. Надо не забывать, что здесь ракеты, а не просто самолетики. Привет, Потапон. Привет, Нуб Ревенш. Привет, Адептус. Первая миссия — трата времени. Первая миссия дурацкая. Клёво. Я убил самолет, который улетел за спину. Вот это всегда клёво, неожиданно, когда происходит. Когда ракета улетает куда-то назад, но при этом ты слышишь звук попадания. Это клёво.
Все, прилетели? Еще нет. Ну теперь точно прилетели. Еще нет. Вспоминаем, как сажать самолет. Последний кадр моргнул надпись Райт, но я успел. Я успел. Привет, Меланти. Если еще не сказал привет, может сказал. Я уже не помню, что я говорил 2 минуты назад. Симулятор автобуса тоже как-нибудь пройти максимум? Как ты думаешь? Стоит ли симулятор автобуса? Привет, Applejack. Пошли вон. Привет, не мой анус. Вечно недовольный мой друг. Привет, айслейв. Я решил сделать хотя бы одну попытку нормального прохождения. Ну, зная меня, это продлится недолго. Уже почти закончилась попытка эта. Зачем я сражаюсь с рогами? Потому что я на войне. На войне люди убивают, они пролетают мимо.
Привет, Эндрю Геймер. Вот у меня, Слейв, посадить самолет изи. У меня самая проблема это... увернуться от ракет. Да сколько можно скорость снижать? Теперь спид даун, блин. Определись, что тебе надо. Наконец-то. Не догнать. Вау, я увернулся. Что-то мне везет больно. Но это синдром первой попытки. Мы ее прострем все равно. И дальше нам мы будем ловить каждую ракету. На первой попытке мы чудом будем уворачиваться от всего. А на последующих будет полный капут. Вот зачем? Зачем я туда лезу, блин? Объясните мне! Скажите мне, на кой черт я туда лезу? Объясните мне, почему я такую фигню вытворяю? Пошли вон, сраные подводные лодки. Потому что дурак, правильно? Я чуть-чуть ее не поймал, специально даже в ее сторону полетел. Долбали. Я знаю, что здесь куча этих ракетных хреновин. Я не буду вообще вниз спускаться. Я вверх полетел, ребята. Пошли вы все. Вот. Так, короче, задолбали. Я зажимаю кнопку вверх. Тут точно я не собираюсь вниз лететь. Все, закончились. Интересно, словим мы сейчас по традиции ракету или нет? И вообще, где корабли были, которые я бомбил в прошлый раз? Почему одни сраные подводные лодки были весь уровень? Что за булшит? Сейчас главное сбить ракету сверху и ракету снизу. Или хотя бы какую-то одну. Это не посадка, Рой. Сейчас будет босс. Ладно, уже лучше. Уже лучше, что я могу сказать.
Оу, oh, yeah. Первый раз, наверное, прошел вторую миссию без смертей. Да, это третий стрим по игре. Ну тут все просто. Короче, ОП 555. Ты слишком агрессивно ко мне настроен. Я ничего не имею против, когда меня каким-то смешным именем называют. Но когда меня целенаправленно оскорбляют много раз подряд, я не собираюсь это терпеть. Так что... готовь голову. Хай, Рефмус! Конечно, не будешь. Интересно, зачем вражеские самолеты вылетают сзади меня? И вылетают прямо передо мной? Зачем они это делают? Специально. Эй, вот моя жопа, подстрели меня. Зачем я вниз опускаюсь? А скажите мне, зачем? Я хочу порастреливать кого-нибудь, я не хочу все время летать вверх. Я хочу играть в игру. Нормально. Но меня игра постоянно наказывает за это. Че, хочешь поиграть? Да. Ну тогда сдохни, козел. Черт, не достал. Как попал? Я вообще-то в бок летел. Козел. Еще один. Вторая часть, наверное, и лучше. Ладно, не дадут, не дадут, не дадут. Ладно, неважно. Топливо. Да стреляй, блин! Почему ракета не наводится ни на кого? Чё за ракеты чмошные? Давлю по кнопке ракет, ничего не происходит. Да насрать мне, что я ломок считал. Тоже мне. Авторитет. Я переиграл в кучу игр, мне лучше знать. А тут жизни что, дофига что ли? Тут две жизни дают и пошел нафиг. Максимум можно одну заработать дополнительно. Всего три на всю игру. При том, что здесь везде инстакил практически. Тут ты можешь поверх улететь? Ну, зашибись. Так, ладно, никого не ломаем. Только пули у нас есть. Почему каждый раз, когда я нос показываю вниз,
у меня вылетают 3 ракеты. Я не хочу, чтобы у меня вылетали 3 ракеты, я хочу в кого-нибудь пострелять сам. Видимо, это не входит в часть геймплея. В часть геймплея входит бесконечное утыкание носом в небо, блин. Блин. Так, топлива еще много. По сути, тут в миссиях есть таймер, и таймер это топливо. То есть миссия всегда заканчивается, когда заканчивается топливо. То есть это и есть таймер, по сути, который указывает вам, сколько осталось до конца миссии. Вот когда у меня останется 4 или 3 деления, мы долетим до цели. Так, я не пойду вниз. Там меня сразу же расстреляют. Сразу же вылетит куча ракет. Нет, я обойдусь. Я обойдусь. Так. А, я поднялся на 130 тысяч метров. Разумеется, я все время нырял вверх. Привет, Фрикск. Да, да, ты уже в сотый раз пишешь о том, что это очень хорошая игра. Замечательная. Просто превосходная. Да не земля, вон, видишь, высота 13 тысяч. Правда, это футы. Дурацкие. Дурацкие. Ладно, заткнись. Так, убить ракеты. Это тот же самый босс, точно такой же, лох. Я ни разу не уклонился от пули. Ну что за говно? Я не смог уклониться от двух пулек. Выстрели один раз! Ладно, найдет. Пойдет. В общем, о чем я говорил? Вечно придумывают дебильные системы измерений, непонятные. Во всем мире в метрах считают, у них футы. Чё у них еще идиотского из измерений? Километры везде, у них мили. Почему километр это километр? Потому что это ровно 1000 метров. А мили это какой-то там 1400, сколько-то там. Фаренгейт у них там, температура, блин, по Фаренгейту. Да кому нужен этот Фаренгейт, блин? Вообще, наркоманы, короче, какие-то. Избранные, ага. Ярды, да? Вот откуда они... Откуда они... зачем они из жопы достают вот эти все непонятные измерения, которые нигде в мире никто не применяет никогда? Потому что это неудобно. Да, где верста, где аршин? Смотрел видос мужика из СНГ, живущего в США. Он делал в доме ремонт и заебался покупать доски, гипсокартон за этих... Ну, могу только представить его боль. Бесконечную. Галлоны. Да, галлоны, баррели. Мили. Зачем? Зачем все это? Привет, Джон, привет. Это же шмап. И что? Если это ж шмап автоматически означает, что он должен пройтись? А где, в чем логика твоя, Джон? Если это шмап, это не означает, что он должен взять и пройтись на ровном месте.
Привет, Литера. Привет, ФЗР Купер. Нет, я не умею играть в шмапы, Джон. Я играю в шмапы очень плохо. Поверь. Привет, Амкол. Все, последняя миссия. Две жизни. Тут уже все мне летят в табло, как я понимаю. Со спины никто не летит. Но я не буду все время лететь вверх. Я буду лететь вверх только когда враги появляются на экране. Пошел вон. Ракеты быстрые. Большой пролетел. Грустный мальчик. Привет, Догмат. Ладно, забьем, забьем, я сказал. Фу, забить надо на эти большие самолеты. Блин, нифига там снизу шмаляют. С каждого корабля, что ли, будут по три ракеты? Нет, не, ребята. Я не хочу иметь дело с кучей ракет. Вот эту срань я хочу сбить. Не знаю, правда, уничтожил я ее или нет. Че, тут реально каждый корабль по три ракеты стреляет, блин, или каждый второй? Да ну вас нахер! Давайте, Ground Combat! Пошел вон! Так. Не успел увернуться. Опять наземное дерьмо всякое. Нет, спасибо. Да вы офигели, блин. Короче, задолбали. Я лечу вверх. Вертолеты. Теперь вертолеты пошли. Вон.
Да, вертолеты на такой высоте. Нет, не смотрел. Вроде как-то в детстве смотрел, но я ничего не помню. Кроме того, что там был... Кто там был? Том Круз или кто там был? У меня вообще в голове этот фильм путается с этим фильмом про Перл-Харбор. Так что понятия я не имею. О чем там в фильме, я совершенно не помню. Нет, не смотрела «Горячие головы». Так, все, ребят, отстаньте, серьезный момент. Привет, оп-сервер. Пошел вон. Пошел вон. Финальная цель. Блин, руки все время потираю. Нервничаю. Так, ладно, погнали. Еще с... Блин! О, черт, это очень плохо. Теперь главное посадить самолет. Заткнитесь! Еще не все! Фиг ли скорость так резко падает? Мне кажется, репосадка в каждом уровне становится сложнее. Мне показалось, что посадка сложнее становится с каждой миссией, потому что в конце значения все очень быстро уменьшались и повышались. Очень быстро, намного быстрее, чем в первой миссии. Я из-за этого нервничал. У меня высота лидера, она у меня мгновенно за несколько секунд упала с 200 до 50. Я даже почти не успел это заметить. Чуть не разбился. Фух.
Да, игра заставляет понервничать. Ну что могу игру про игру сказать? Задумка интересная, реализация более-менее неплохая, но, блин, эти сраные ракеты слишком читерные. Они должны... Если бы они летели раза в два дольше в игрока, если бы был у игрока в два раза больше времени, это было бы как-то сбалансировано. А так, единственный вариант нормально играть и проходить эту игру, это лететь все время вверх, чтобы просто ничего не видеть, грубо говоря. Это как... закрыть глаза и сказать, раз я никого не вижу, значит и меня никто не видит. Очень печально. Если во второй части с этим разобрались, то вторая часть наверняка лучше намного. Ну и да, жизни очень мало. Очень мало. Две жизни на всю игру... При том, что можно один раз можно заработать плюс одну. И для этого надо кучу врагов убивать, а не просто так летать. Посадка и заправка для меня никогда сложности не представляли. Я как раз считаю, что посадка и заправка это очень хорошо, очень такие прикольные моменты, которые сделаны прямо. Они сделаны прямо. Посадка самолета зависит от скилла. Это хорошо. Звуковой креатор. Отлично. Отлично. Они знают, не знают, как написать слово креатор. Посадки и заправка, они элементарны. Они элементарны на самом деле. А вот у ворота от ракет, это, блин, это... Вот это... Для меня ракеты все портят игру. Потому что они просто не позволяют нормально играть. Не позволяют. Только лететь вверх, и все. Это единственная тактика. Универсальная, блин. Короче. Неплохая игра, но... Очень... Есть несколько секов, но они очень существенные. И мешают нормально наслаждаться игрой, к сожалению. Так, мне покажут экран? Покажут экран о том, какой офигенный? Стоп. Второй круг? Вы смеетесь? Я думаю, мне покажут экран, в котором напишут «Вы крутой, мы вас поздравляем!» И чё? У меня так и осталась одна жизнь, или чё? Давайте сейчас разобьемся. Косла 2, отличная игра. Конечно, отличная, Dark Knight. Если никогда не играть в первую, третью. Если никогда не играть ни в первую, ни в третью Кослу, а только во вторую, то она, это отличная игра. Сейчас я хочу просто сдохнуть и все, посмотреть, у меня одна жизнь или нет. Надо же, сохранились. Одна жизнь была, последняя. Вот, чего я хотел увидеть. Поздравляем, лейтенант, вы спасли вашу страну. С честью и отвагой. Вы теперь элита, лучшая из лучших. И мы присваиваем вам звание Топ Ган. Оу, е. Не думаю, что это официальное звание в американских военно-воздушных силах. Хотя, я не знаю. Вторая коса лучше первой? Нет, не лучше. Почему этот экран не показывают в концовке, а только после геймовера? Чё за бред? То, что игрок словил геймовер, означает, что он погиб, что он умер, и его награждают посмертно. При жизни награду получить нельзя. Вот вам какая мораль от этой игры. Награду можно получить только, когда вы сдохнете. Зашибись. Может баг? Может быть. В американке может по-другому. Так, ну ладно. Не верьте The Dark Knight, не верьте. У него он и Duke Nukem на Sega проходил, и
Костла 2 для него очевидная элементарная игра. Ну, не пытайтесь понять, не пытайтесь говорить с этим человеком. У него все очевидно и легко. А что придумывать-то? Так это твоя же козырная карта, не моя же. Ладно, сейчас будет рулетка.